Красноярский парк флоры и фауны объявил распродажу. Рой-ручей ищет новых хозяев для 5 пони и одной молодой лошадки. Сейчас там живут 10 пони. Для нашего зоопарка это очень много. Животные разного возраста. Самой маленькой лошадке всего 1,5 года, самым взрослым по 10 лет. От возраста зависит и стоимость, но в среднем купить пони можно по цене айфона последней модели. В Роевом ручье, подчеркивают, животных они продают постоянно, и перед тем, как их отдать, проверяют, способен ли будет новый хозяин их содержать. По возможности мы стараемся посмотреть условия, в которых они будут содержаться. Ну, конечно, всего мы не уследим, вот, но все равно человек приходит, мы, кто хочет покупить лошадь, мы с ними разговариваем, общаемся, смотрим и как бы делаем свои выводы. Если, ну, обычно к нам приходят хорошие люди, потому что завести животное, я так думаю, только хорошим людям желание возникает.